Что скрывается за словами «качественный, надежный ковш»? Это прежде всего металл. Но какой путь он должен пройти для того, чтобы стать таким ковшом? Ему необходимо придать нужную форму. Простая, на первый взгляд, конструкция содержит в себе массу деталей. Такая сложная анатомия родилась в суровых условиях. Каждый час своей работы ковш вынужден вгрызаться в землю, рушить твердые замерзшие породы почвы, переносить тонны ископаемых, постоянно испытывая ударные нагрузки. Для защиты ковша используются накладки из сверхпрочной стали, усиленные ножи на боковых стенках и передней кромке днища. Остаются боковые стенки, корпус и ядро для соединения со стрелой. Посмотрите на данный ассортимент. Плоские, загнутые, завальцованные, широкие и массивные детали из прочной стали. Понадобится серьезная команда с мощным оборудованием для резки, гибки и сварки деталей, чтобы превратить все это в ковш, точно воссозданный в соответствии с конструкторской документацией. Детали ковша, наиболее подверженные износу, должны быть изготовлены из сверхпрочных материалов. Виртуальный стресс-анализ позволяет точно определить детали износа для различных условий эксплуатации и адаптировать ковш согласно вашим нуждам. После моделирования ковша инженер создает грунт необходимой твердости, устанавливает рабочую нагрузку и запускает стресс-анализ. Обратите внимание на красные зоны. Это участки максимального напряжения в ковше. Для изготовления данных деталей мы используем сверхпрочную сталь Hardex. Чрезвычайно высокая устойчивость Hardex к износу – стратегический фактор для бизнеса. Это позволяет увеличить срок службы оборудования и является дополнительным источником вашей прибыли. Создание ковша начинается с порезки заготовок. Портальный станок газоплазменной резки гарантирует точное соответствие деталей чертежам. В потоке плазмы проявляются контуры будущего ковша. Машина газоплазменной резки может разрезать сталь толщиной до 200 мм. Процесс полностью автоматизирован и управляется компьютером. Далее заготовки подготавливают к сборке и обработке. Основой ковша является массивный корпус изогнутой формы. Согнуть лист такой толщины в размерах ковша – задача не из легких. Вальцы четырехвалковые имеют длину 3,5 метра. Гидравлическая мощь станка способна придать нужный изгиб листам толщиной до 50 мм. Для изготовления деталей меньшего размера с более острыми углами сгибов используют гидравлический листогиб. Его давление сравнимо с весом 6 груженных вагонов. Получить детали нужных размеров – это только полдела. Теперь нужно соединить их воедино. В этом нам поможет слаженная команда сварщиков. Во время сварочных работ используются современные материалы и профессиональное оборудование. Ведь именно в сварных швах заложена надежность ковша на разрыв. Именно в них хранится уверенность в долгой службе ковша. Хорошая сварка – гарант надежности ковша. Прибор ультразвукового контроля качества сварных швов показал – все идеально. Заключительный этап работы – это расточка отверстий под втулки для соединения со стрелой. Высокая точность обработки позволит машине работать как часы, долгое время. Итак, наш ковш готов. Остался маленький, последний штрих. А в реальности все немного сложнее. Качественный и надежный ковш – это не просто металл. Это люди, которые придают металлу нужную форму. Это оборудование, на котором люди обрабатывают металл. Качественный и надежный ковш – это центр восстановления компонентов «Барусан Макина Казахстан». Мы всегда рядом, чтобы помочь вашим машинам работать дольше.